Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Starlight. Серия ST-LED на цоколь H7, температура свечения 5500 Кельвин. Поставляется вот такой вот фирменной упаковки комплект. Внутри у нас находится небольшая инструкция с гарантийным талоном. Вот две лампы идут, вот такие вот. Полностью металлические лампы. Система охлаждения у них радиаторная, как мы видим. Все тепло, которое выдают два светодиода, которые находятся на лампе, распространяется по всей плоскости лампы, не давая лампам перегреваться. Вот цоколь у нас H7. Вилка стандартная, как мы видим. Подключается на питание как 12, так и 24 вольта. Сейчас мы одну из ламп подключим на питание и посмотрим, как они будут светить. Так, лампу мы подсоединили на питание. Видим, как она ярко светит. Хочу сразу сказать, что после установки данной лампы автомобиль нужно будет корректировать фары, чтобы не слепить встречные автомобили. Световой поток заявлен мощностью 3000 люмен. Цветовая температура, в принципе, такова, как и есть. Чисто белый световой поток 5500 Кельвинов. При покупке на комплект ламп распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.